Добрый день, меня зовут Виктория, я волонтер клуба 28 петель, и сегодня мы будем вязать комфортер-игрушку для малышей-торопыжек. Я думаю, при всей большой скорости в один эфир мы не уместимся, поэтому будет несколько эфиров и, надеюсь, они сохранятся. Для удобства и более крупного кадра видео будет сниматься горизонтально. Вот такие миленькие морковочки. Итак, для изготовления такого комфортера нам понадобится хлопковая пряжа, не мерсеризованная, 100% хлопок. Подойдет, очень хорошо подходит Ализе Белла. Но в этот раз такой пряжи не было. Я взяла какую-то другую. Детская сказка. Тоже 100% хлопок. Достаточно такой средней толщины. Вязать мы будем крючком. Крючок у меня двойка. Но я вяжу очень туго. Такую игрушку нужно вязать очень туго, чтобы, ну, как бы она была очень плотненькая такая. Вы можете взять крючок меньшего размера. Я брала крючок 1,3, 1,6. Ну вот двойка такой оптимальный. Когда мы свяжем туловище морковки, внутрь нам понадобится вставить вот такой хлопковый чехол. Это у нас от осьминожек еще остался. Для морковки можно делать даже вот такого плана, вот такие треугольнички. Этот чехол мы потом будем набивать холофайбером. Да, вот холофайбер. Набьем потом плотненько. И будем зашивать верхушечку, стягивать и зашивать иголочкой нитками. Затем, когда у нас будет уже вот внутри чехол, все зашито, стянуто, мы будем вязать ботву из зеленого хлопка. Тогда у нас получится уже вот такая вот морковочка замечательная. Ну, попутно нам еще могут пригодиться ножницы и линейка, либо сантиметр. Так как для недоношенных малышей длина вот этих щупалец, да, у осьминожек или ботвы у морковки, она должна быть определенная. То есть нужно ее будет мерить линеечкой. Особенно если вы вяжете такую игрушку-комфортер впервые. Итак, я буду стараться максимально быстро вязать, но когда ты разговариваешь, что-то объясняешь, этот процесс, конечно, будет затягиваться. Но затянется он с пользой, то есть вам станут понятны какие-то моменты, если вы их не знали. Я вот закрепила телефон так, что я вижу комментарии и вопросы. Если они будут в прямом эфире, то я могу на них ответить или что-то показать ближе, лучше и так далее. Итак, начнем. Берем нашу оранжевую пряжу для туловища морковки и начинаем с 6 столбика без накида в кольцо амигуруми. Либо делаем, в общем, два способа я покажу. Либо делаем воздушные петли. Так, сейчас посмотрим фокусировку. Это, видать, мой максимум моего телефона. Так, либо делаем воздушные петли. Я делаю первые петли вот так. И затем провязываю дальше. 6 должно быть
столбиков без накида в кольцо. Ну, мы можем вначале, если таким способом вяжем, связать, ну, несколько, там, 3-4 воздушные петли. И вот так замыкаем их в кольцо. Вставляем крючок в одну из петель, соединяем. И потом уже вот эти столбики без накида делаем в центр. Центр этого кольца. Ну, мне так не совсем удобно, потому что иногда можно это кольцо сделать слишком большим. И вот здесь тогда будет дырочка. А я такую дырочку не хочу. И вот кольцо амигуруми, оно очень плотненько затягивается. И здесь никакой дырочки нет. Как оно делается? Ниточку накладываем на руку, обвиваем вокруг указательного пальца. И такой крестик тут образуется. Да, вот короткий здесь хвостик. Вставляем крючок под эту петлю, захватываем нитку. Эту я придерживаю и провязываем. Так, вот он наш первый столбик без накида. Нам нужно, чтобы было в центре их 6. То есть мне еще нужно будет 5 штук таких. Итак, в кольцо протягиваем. Первый столбик. Ой, я зря посчитала вот этот. Этот первый будет просто соединительным, да? Вот он, первый столбик без накида наш. И еще 5. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Теперь вот этот хвостик мы подтягиваем. Подтягиваем. Я прям его очень сильно затягиваю, так как не люблю всякие дырочки нужны. Так, вот он очень плотно затянулся. Даже фокус у меня телефон стал ловить. И соединяем этот наш первый ряд. Так, вот сюда. Первый столбик. Протягиваем петлю, и которая была на крючке, петля в нее тоже протягиваем. Все, вот он, первый наш рядочек, такой кругляшочек получился. Далее вяжем ряд с прибавками. Прибавка — это когда мы вот такой столбик без накида провязываем по 2 штуки в одну петлю. То есть мы можем вязать, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз, да, а можем вязать по 2. Вот сейчас нам нужно будет вязать из 6 столбиков, чтобы получилось 9. Итак, вяжем мы по спирали. И тогда у нас на морковочке нет никаких швов и, ну, не виден переход на следующий ряд. То есть вот она такая, без шва. Итак, вставляем крючок в нижнюю такую вот двойную петельку, протягиваем нитку и еще раз протягиваем. Так, первый столбик без накида. Дальше будет прибавка. То есть в следующий столбик без накида вставляем крючок, вытягиваем нитку, протягиваем эту ниточку через 2 петли на крючке и еще раз в то же самое место вставляем крючок, вытягиваем нитку и протягиваем через 2 петли на крючке. Вот получилось 3 столбика.
один столбик без накида и прибавка из двух столбиков без накида в одну петельку нижнюю. Итак, это 3. Нам нужно сделать еще 2 раза также. Так, один столбик без накида, опять прибавка. Прибавка. Так, это уже 6. Сейчас ниточку подтяну. Так, далее опять. Так, фокус теряется. Столбик без накида, да? Вытянули нитку из нижней петли и протянули нитку через 2 петли на крючке. И прибавка наша последняя в этом ряду. Столбик без накида. И сюда же. Очень туго, видите, я затянула. Я сама по себе туго вяжу, поэтому прям вот аж мне тяжело крючок заходит. Итак, дальше. И дальше мы будем вязать просто вот по кругу. Вяжем и вяжем. Если бы нам нужно было соединительный ряд, мы бы так соединяли и переходили на следующий ряд. Но я сказала, что мы будем вязать по спирали, то есть не, вот этот сейчас не соединяем, а дальше просто вяжем, чтобы морковочка была без швов. А следующий ряд мы закрепляем, то есть мы будем вязать ряд с прибавками, просто ряд с прибавками, просто ряд. А у нас здесь 9 столбиков без накида, то есть если посчитать вот этим, проконтролировать, если себя посчитать вот эти вот петельки двойные, их получится здесь 9 штук. Этот ряд мы просто вяжем 9 столбиков без накида, то есть вставляем крючок, вытягиваем нить и протягиваем нить через 2 петли на крючке. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот оно будет уже так закругляться, но выворачиваем в нужную сторону. Да? Вот здесь у нас, где хвостик торчит, это изнанка, то есть внутренняя часть морковки. Нам нужно, чтобы она была такая, какая нам нужна, а не туда, куда заворачивается просто. Так, так, подровняли. Вот он уже кончик морковки. Не думайте, что вот она такая широкая будет, она затем стянется как раз. Чтобы не путаться, когда он с прибавки, когда у нас какой ряд, вы можете воспользоваться текстовым описанием морковочки. Он есть у меня в профиле. Еще раз, наверное, освежу этот пост, публикацию еще раз сделаю. То есть провязали, вычеркнули, да, на бумажке рядок этот, провязали, вычеркнули. Я сейчас тоже тут по шпаргалочке вяжу, чтобы пока болтаю, не забыть, где сколько прибавок сделать. Если в общем говорить, то в каждом ряду через ряд мы прибавляем по 3 петли. То есть будет вот сейчас 6, 9, потом 12, 15, 18, ну и так далее, до 36 петли в одном ряду. И затем мы будем делать ряды без прибавок и уже потом стягивать. Ну, не знаю, успеем ли мы за час эфира. Далее буду вязать уже без таких подробных объяснений. Если есть вопросы, можете написать. Итак, 9. Следующий ряд с прибавками. То есть 2 столбика без накида. Прибавка, то есть
2 столбика в одну нижнюю петлю. Два столбика без накида. Прибавка. Это уже 4. Должно получиться 12. Еще раз. Ой, 8 было. Еще 2 столбика без накида. Прибавка. Так, дальше 12 петель без прибавок. 1, 2, 3, 4, 5. Если вы когда вяжете, вот здесь у вас получаются какие-то послабления, старайтесь их подтянуть. Так, как еще раз говорю, морковочка желательно, чтобы была тугой. Так, было вроде бы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, и я еще раз продублирую в своем профиле видео, как делать столбик без накида, как делать прибавку, как делать убавку, то есть в отдельности сам элемент вязания. Также эту информацию вы можете найти и в интернете, в принципе, если совсем новичок в этом деле. Так, дальше 15 должно у нас получиться, то есть 1, 2, 3, 1, 2, 3 прибавка, это уже 10. 1, 2, 3 прибавка, это уже 15. Вот уже вырисовывается конус. Видите, как туго я вяжу, у меня аж получается. Вы, может быть, порыхлее вяжете. Если рыхло вяжете, берете, значит, крючок меньшего размера, чем нужно для этой пряжи, либо постоянно контролируете нитку, подтягиваете свои рыхлые столбики. Так, 15 дальше. Теперь просто ряд 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так. Далее у нас 18 должно получиться. Это будет 4 столбика без накида и прибавка. Чередуем. Так. 1, 2, 3, 4. Прибавка, то есть 6 столбиков. 1, 2, 3, 4. Прибавка, это уже 12.
Один, два, три, четыре, прибавка. Это у нас 3 на 6, 18. Так, уберу эти моточки, а то они фокус на себя убирают. Так, далее ряд просто 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 18. Вот мы уже половину, так скажем, петель добились, да, до 36 вяжем. Дальше у нас будет 21 петля, то есть это 5 столбиков без накида и прибавки. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, прибавка. То есть 2 столбика в одну петлю нижнюю. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. А, да, кстати, если вдруг вам сложно вот так контролировать количество петель в ряду, не можете там вычеркивать рядочки, тоже путаетесь, вы можете прикреплять маркер на последний, на первую петлю, либо булавочку просто зацепить маленькую какую-то, и вот, заканчивая ряд, ее переносить на следующий потом. Можете так делать. Ну, мне лишний раз перекидывать этот маркер не совсем удобно. Легче отслеживать это на бумаге, выписав рядочки, зачеркивая выполненные прибавки. Так, это у нас было 21 с прибавками, теперь 21 без прибавок. То есть просто вяжем 21 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Так, далее. Да, нам нужно 24 петли в ряду.
Это значит 6 столбиков и прибавка. 1, 2. Что-то мне уже тут мешает хвостик. Я его туда сейчас заложу. 2 вроде, да, было? 3, 4, 5, 6. Прибавка. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка, это уже второй раз. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка, третий раз. Заметили, да, что все как бы по 3 раза. Как я говорила, за один ряд мы прибавляем лишь по 3 петли через ряд. Так, это у нас было 24, теперь ряд 24 петли. Так. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Так, вот уже какая хорошая морковочка у нас получается. Так, далее. 7 столбиков и прибавка 27 должно у нас получиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. Чуть пониже буду, камеру задеваю крючком на скорости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. Вторая, да? Приду уже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавочка последняя в этом ряду. Так, дальше нам нужно провязать 27 петель просто, без прибавок. Вот как бы видим, да, как туго плотно связано, да, то есть пряжа достаточно толстая для такого комфортера. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Вот уже 27. Так, следующий ряд у нас должен получиться из 30 петель. Это значит 8 столбиков без накида и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ой, я что-то тут забыла, да? Что у нас сейчас с прибавками? Спешу. Так, 11. Один раз пускай остается 10. Один раз пускай остается 9. То есть 8 и 9, 10 это прибавка. То есть сюда еще одну. В ту же самую петлю. Так, 8 и прибавка. Так. И еще два раза 8 и прибавка. Так, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вторая прибавка в ряду. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, 10 это прибавка. Если вы также сбиваетесь вдруг, то при вязании, в принципе, здесь можно увидеть вот эти места, где у нас вот в одну дырочку 2 столбика, да, в одну петельку. То есть можно найти эти места, просчитать, найти одну прибавку, найти вторую прибавку, просчитать между ними количество петель и понять, например, там, если было 8 и прибавка, значит, это вот ряд 30 петель. Если вдруг у вас нечаянно там распустилось, вы просчитались и так далее. Так, ряд с прибавками мы сделали. Сейчас будет ряд без прибавок, то есть будет 30 петель в одном рядочке или петель. Тут уж простите, если что. Итак, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Так, следующий ряд 33 должно быть, значит, 9 столбиков без накида и прибавка. Сейчас себе ниточку понавытягиваю, чтобы не дергать уже моток. Так, 9 и прибавка. 1,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, прибавка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, вторая прибавка и один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и третья прибавка. Да, девять. Плюс прибавка из двух петель это 11, значит у нас ряд 33 петли. Следующий ряд просто 33. Столбика без накида, без прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Вот 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. Так, спила тут лишнее. 31, 32, 33. Так, еще немножечко. А дальше нам нужно 36 петель. То есть 10 прибавка и ряд из 36. Итак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, потом прибавка. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вторая прибавка. И третья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и последняя третья прибавка в этом ряду. Так, теперь ряд из 36 столбиков без накидов, просто без прибавок. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Итак, сверим ее с нашей морковочкой. Вот мы сколько уже связали. Нам осталась часть без прибавок, просто по 36 петель. И затем уже стягивание к центру. Итак, сколько раз нужно вязать по 36 петель? 5 рядов. 5 рядов по 36 петель. Если вдруг вы вяжете комфортер не для малышей тропыжек, а для своего ребенка или кому-то в подарок, ну или просто как-то, можете сделать эту морковку большего размера, то есть и дальше делать прибавки до нужного вам диаметра, и уже потом делать промежуток без прибавок в своем количестве петель, там до 42, например, вы дошли, да, и потом по 42, по 42 делаете, и затем уже стягиваете. Ну, у нас такой размер рекомендуемый для передачи в областной перинатальный центр, поэтому мы делаем так. Итак, 5 рядов по 36 петель. Два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Один ряд, еще 4. Так, смотрю, время нашего эфира заканчивается потихонечку. Скорее всего, уже заполнить холофайбером мы не успеем. Надеюсь, что у нас это все растянется на 2 эфира, а не на 3. Второй эфир будет в другой день, но сохранится потом, надеюсь, тоже в IGTV. И я опубликую все данные в посте. Так, вяжем дальше. Второй ряд. 36 петель тоже. 1, 2, 3, 4, 5,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Так, и еще нужно, получается, 3 раза по 36. Так, Вика, вижу с тобой, спасибо. Я так и поняла, тот, кто смотрит, как я считаю петли, это тот человек, который точно вяжет одновременно, потому что не очень такой интересный контент, вяжущие руки, считающие петли. Так, еще 3 раза по 36 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Еще 2 раза. Ну, примерно из... Ну, это 100-граммовый моточек. Из 50 грамм выходит примерно 5-6 вот таких туловищ для морковок. А уже для ботвы 50 грамм хватит на 2-2,5 ботвы. Это если по 5 веточек там делать. Примерно такой расход. Так, еще 2 раза по 36. 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ура! И еще 1 разочек по 36. Так.
Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ура! Теперь у нас пойдут убавки. У меня красные пальцы, потому что я очень туго вяжу. Так. Убавки. Некоторые вставляют чехол, набивают холофайбер, зашивают его и затем потом его обвязывают уже убавками. Я делаю немножко так, что немножечко делаю несколько рядов с убавками, потом уже в меньшее отверстие вставляю мешочек, наполняю холофайбером, зашиваю и потом уже дозатягиваю уже до центра. То есть вот это вот место. То есть мы сейчас как раз вот где-то вот на этом месте. Вот они, убавки, их даже тут немножко видно. Вот они, рядочки эти. Вот они. Это как это? Перестало. Так, вот она, морковочка. Даже. Видите, кажется, больше она, но она потом вот это вот еще стянется вот так к центру. Итак, осталось у нас буквально несколько минут. Покажу хотя бы 1-2 ряда с убавками для общего понимания. И уже тогда в следующий раз в другом эфире будем наполнять до доза. В общем, закрывать туловище морковки и вязать уже ботву. В принципе, на 2 эфира, надеюсь, нас хватит. Но не сегодня, в следующий раз. Так, у нас 36 петель в ряду. Нам нужно сделать несколько убавок. Давайте посмотрим вот здесь, сколько их у нас получается. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть где-то около 6 убавок. Получается, мы из... тридцати шести делаем 30, потом делаем 24, потом делаем 18. Ну, получится так до стягивания, и центр там уже будет убавление в каждом, ну, в каждой петле. Итак, убавление. Убавление — это обратно от прибавки. То есть, если в прибавке мы в одну петлю нижнего основания делали 2 столбика без накида, то в убавлении мы наоборот один столбик без накида провязываем через 2 нижние. Как это будет? Я сейчас провяжу, но как бы здесь еще убавки у нас нет. То есть вставляем крючок в предыдущий столбик, протягиваем нить. 2 петли на крючке. Тут как бы надо провязать, но нет, мы еще не провязываем. Мы опять вставляем крючок в следующую нижнюю петлю, вытягиваем нить. У нас 3 петли на крючке, и мы их уже 3 вместе провязываем. Не забываем, у нас все вот тут подтягивать. Вот так оно выглядит. Это вот убавление. То есть это один столбик без накида в 2 нижние петли основания, так скажем.
Так, времени уже прям совсем. Походу, не успею даже этот ряд провязать. Итак, будем прощаться. Я хочу, чтобы все-таки сохранился этот эфир, что не зря час мы тут с вами вязали. Еще раз продублирую посты с текстовым описанием и с короткими видео именно элементов провязывания такой морковки. Также там будут элементы провязывания столбиков с одним накидом, то, что нужно для ботвы. Итак, все, буду нажимать завершить. Всем спасибо, кто был со мной, кто заходил, посматривал, что мы тут делаем. Надеюсь, все это сохранится в IGTV.